На северо-западе очевидцам пришлось гоняться за лихачом, который сбил девушку на пешеходном переходе. Водитель пытался скрыться с места ДТП, и тогда в погоню за ним бросились свидетели происшествия. Преследование попало в объектив камеры видеорегистратора. Эти кадры отсмотрел и наш корреспондент и знает подробности. Половина девятого вечера. Улица Молодогвардейцев. На замедленной съемке видно, девушка переходит проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время на дороге появляется ВАЗ 12-й модели. Возможно, водитель отечественной легковушки не заметил пешехода и не успел нажать на тормоза. В итоге сбил человека. Эти кадры с камеры видеорегистратора в нашу редакцию прислали очевидцы. На съемке видно, как девушка падает на проезжую часть, а водитель ВАЗа 12-й модели даже не останавливается, чтобы помочь пострадавшей. Избавляя скорость, пытается скрыться с места ДТП. Очевидцы аварии бросаются в погоню. Сначала показалось, что какие-то там чеплашки полетели или пакеты. Слева я увидел, что девушка отлетела от машины, и он, не сбавляя газа, дальше поехал. Я, естественно, тоже даже не думая, поехал за ним. Убегая от преследователей, водитель отечественного авто свернул сначала во дворы, потом на территорию гаражного кооператива, и все-таки ему удалось оторваться. Видел, что мы его догоняем, он в какой-то момент выключил полностью габариты, все выключил. Время позднее уже было, то есть надеялся, что его не видно будет, в принципе-то. Но он машину повредил, точно у него повреждения на машине были, потому что это видно было, что у него бампер торчит. То есть, на проезжей части остались осколки от фар, от всего. Тем временем пострадавшую девушку в состоянии средней тяжести госпитализировали. По предварительным данным, она получила травму ног и сотрясение головного мозга. Очевидцы аварии уже передали сыщикам марку и госномер лихача. Сейчас его ищут полицейские.